Здесь собрались. Значит ли это, что сообщество актерское преодолело цеховую солидарность и вышло на какой-то более широкий уровень, что ли, поставив вопрос о московском деле в целом? Да. Ваше присутствие сегодняшнее здесь, лично для вас, что значит? Я поясню. Я бы так вам сказал. Это значит то, что мне нужно срочно поехать к маме, купить ей продукты и дать денежек, потому что у нее они закончились. А это значит, что ей очень нужно... Ну, моя дочка меня не отпускала и говорила, что она хочет погулять с мамой и папой. Но поговорив с женой, мы поняли, что то, что происходит здесь, это будущее нашего ребенка в том числе и вообще... И вот как бы... Вот это для меня значит, что в данный момент это оказалось именно на расстоянии, так скажем, сегодняшнего дня важнее, чем побыть. Вот мне сейчас придется. Вот как бы, мне кажется, это гораздо, ну, точно характеризует степень важности того, что здесь происходит. Вы полагаете, что дело Устинова – это частный случай, и от него нужно переходить к более широкому контексту? Или же этот контекст, он не приостановим в целом? Да нет, это история же, понятное дело, что тут как бы просто это такой как бы конец ниточки, да, за который можно тянуть, и там целый клубок, да. Но это просто уже очевидное, как бы, ну, очевидно просто. Система не работает. Ага. У вас есть ощущение, что это будет действенно? Я понимаю, что это спекулятивный вопрос. По отношению к той самой системе, о которой вы говорите. Вы знаете, мне это абсолютно не важно. Точнее, нет, мне это важно, но я не хочу... У меня нету как бы... Мне кажется, тут как бы вообще и рассуждать не надо, и теоретизировать не надо, и какие-то дискуссии там давать. Да, бросаться. Надо просто действовать и смотреть по ситуации, то есть делать шаг за шагом. Я